Испытание по глубокому снегу. Маршрут пока не можем проложить, здесь снега по колено. Сюда заехал и встрял. Чуть не прилип. А снега здесь, посмотрите сами сколько. С этой стороны. Поедем по другому пути. А то очень сложный маршрут получается здесь. RAV4, вариатор едет нормально. Нива трехдверочка с нами. Там еще шевик подъедет. Сначала назад, потом вперед надо будет туда выехать. Кажется, зря я убрал трос. Я также подумал. Надо еще назад дергать ее. Тебе надо на колею выезжать туда, на нормальную. Очень много снега. Сейчас будем выезжать. Дальше считай снег. Ее бы сейчас впереди бы подцепить. Ее, видишь, таскивают сюда на сугроб. Ну если он тебя сможет объехать. Сейчас посмотрим. Вчера снег по колено. Снега у нас сегодня очень много, в некоторых местах по колено. Впереди у нас прорывает дорожку RAV4 на вариаторе с полным приводом. Здесь у нас Нива. Можешь привет передать? Привет всем. Ребятам с Испании скажи что-нибудь. Да, да. Солнца тут мало, я смотрю. Холодно чуть-чуть. Да. Здесь когда-то дорога была почищена, но у нас сегодня снега выпало сантиметров, наверное, 30. Ну, вон Рафик. Потихонечку, помаленечку гребет, гребет, а здесь снега мало, здесь его сдувает. Тут он просто проваливается в колею, а дальше дорога полностью переметена снегом. Едем мы на одну локацию, на трассу, подготовленную для автокросса. Не знаю, как у нас это получится. Я в одном месте там сел, ехал первый, дорогу пробивал.
и стащил у меня с дороги, сел, короче, выше порогов, снега было. Вышел, а снега мне было по колено, это сантиметров 40, наверное, с лишним. Так, а вот дальше-то будет посложнее. Ну, тут сразу же видим, как работает полный привод, имитации блокировок. Назад и еще раз вперед, и так пройдешь, ты уже колею пробил. Не идет назад? Давай, давай. Ну, на вариаторе ты в раскачку не получится. График полноприводный. Ветер сегодня еще такой дурацкий. О, вот тут уже снега больше. Ох, я не знаю, как он тут пойдет. В принципе, добраться он туда, там уже не так много снега, мы через лес пройдем вперед. Самое главное здесь проехать. Опа. Вон тут переметено. Ну, сейчас он должен пройти нормально. Все, дальше он пройдет вообще без проблем. Так, поехали вперед. Сейчас Нива, потом я поеду. Ну, здесь снега не так много. Для меня проблем не будет. Я еще блокировки не включал, еду просто в автоматическом режиме. Ну да, там, конечно, сел, потому что снега до хера было. Сунулся туда, куда, как говорится, никто никогда не ездил. Давид на Ниве. Ну а что, Нива, коротыш, она легко идет. Все, в натяжение и прошел. Едем дальше. Хотели ехать там по маршруту, но там, короче, дороги все нету, переметено. Смысла нету. Мы просто-напросто будем друг друга вытаскивать. Так, график у нас сел. Он у нас пробивал дорогу. И промахнулись мы мимо дороги. Поехали вообще чисто по полю. Снега метр. Я его объехал вот с этой стороны. И пошел дальше. И думал, что там дорога с левой стороны. А там, посмотрите, там снега, сколько я перед собой тащил. Метр снега. Вот тут я уже брюхом цеплял. Несмотря на то, что у меня клиренс 27 сантиметров. Здесь я сел на брюхо. Остановился в этом месте. Все, вот снега, метр перед собой я тащил. Сейчас у нас Давид пробивает дорогу, смотрит, где нам лучше проехать, потому что очень много снега и не видно, где дорога-то шла, в какую сторону. А тут снега, вот. Не, ну, по колено, по поясу. Метр снега я тащил перед собой. Нива меня назад дернула динамичкой. Динамичка, слава богу, что есть динамичка. Привет, Тимур, Тула. Динамичка твоя, она очень спасает. Спасибо тебе большое за такой классный подарок. Он пригодился, вон она лежит. В прошлом году я фуры таскал этой динамичкой в Москве. В этом году она мне здесь пригодится. Мы еще не доехали до трассы подготовленной, но я чувствую, что там снега тоже дохренище будет. Давай, цепляй. Цепляй, короче, крюк вперед. Я тебя дерну. У нас Рафик сел на пузо. Четырьмя колесами полностью буксует. Стоит. Сейчас мы его будем доставать. Вот так он пройдет здесь. Я его дерну сейчас тросом. Нормально, должен выехать. Я его прямо на дорогу сейчас достану, вытащу. Это хорошо, что мы не поехали по другому маршруту, который ранее планировался. Мы бы там просто не проехали. Просто не двигаться. Да. Так. Ставим. Шакл тоже не забудь поставить через трос. Ветерок сегодня такой сильный еще. У нас Давид там ходит, маршрут пробивает, смотрит. Трол, кстати, едет. Я сейчас включил полностью весь полный привод, понижайку, блокировку. Межколесный дифференциал заблокировал. И ничего, нормально идет. Включаю первую передачу, переключаюсь на вторую, и на второй шпарю. На второй оно нормально идет. Трос, сейчас подожди, еще тросик. Спасательная операция у нас. Трос, динамо. Сколько он, 12-тонный, по-моему. Это вот сюда одеваешь. И вот сюда вставляю. С другой стороны. Вот, и закручиваю. Включаю сейчас это первую передачу, я тебя с разгона дерну. Да, лопату убираю в сторону. Ну ты хорошо закрутил. Все, давай. Сильно не буду рвать. Все нормально. Руль вправо немножечко потом. Дим, руль вправо и вот сюда включаю.
Оп, зацепили. Так, достаточно, вполне хватит. Сейчас будет дергать. Ну? Все прямо. Все прямо. И до кустов, и налево немножко там. Чуть-чуть налево. Сильно налево. На, выступай. Сейчас мы спасательную операцию будем. Достаем. Попробую. Если что, тебя за собой, потому что там снег глубокий. Пока просто цепим и пройду маршруту туда, хотя бы пробью трассу нам, да? Там мало осталось, да. Вперед. Да, вижу, где, в принципе, следы здесь идут. Нормально пойдет. Йоп, сходу. Давай, давай, там чуть-чуть осталось, дорога расчистена дальше. Твердый грунт. Можно по очереди друг друга дергать. Да, да. Я попробую пробить вперед. Давай. Добрались мы до трассы. Сейчас Нива нам взрывает трассу. Вот все прямо. Ох, снега по колено. Назад теперь, назад. Вон сколько перед собой толкает. О, выше бампера. Назад, назад, с разгона надо. Давай, давай, назад все. Вперед она сейчас не пойдет. Метр снега перед собой толкает, и впереди еще будет метр. Пусти лениву, она легче, ее будет проще достать, чем патруля. О, штурм. Бах. О, теперь назад еще раз. В раскачку. Либо в раскачку, да, в раскачку нормально идет. Лучше назад, конечно. Вон сколько перед собой тащит. Нива легенькая. Думаешь копать? Здесь надо было прямо ходами с разгона. И вот сюда вниз тут-то спуск уже будет.
В прошлый раз не было столько снега. Сейчас прям вообще насыпало метр. Нива легенькая, она пройдет. А потом я протопчу за ней. Нам надо спуститься вниз на трассу. Мы уже на трассе 50 метров до нее. А там будет самое интересное. Посмотрим. RAV 4, на удивление, по снегу идет хорошо. Да, в этот раз. В прошлый раз, ну там, понятно, подъемы жесткие были, а по снегу хорошо идет. Даже меня сейчас вытаскивал, я его тащил за собой в гору. Поднимались там сверху, там подъем снега. Ну я бампером тащил перед собой снег, так же как Нива. Пробуй газ, палас, и вот так вот, вот по следам, вот по этим, вот так вот. Если уехать вправо здесь, то тут это. Ну вот, по колено снега. Очень много снега сегодня. Прям охренеть как много. Снежная погода. Патрол несколько раз застревал, но это и понятно, он тяжелый. Он тяжелый. Нива, конечно, едет хорошо, она легкая, веса в ней мало. Так, Рафик сейчас там на помощь пришел. Посмотрим. Раз, два, три. Переворачиваем камеру. Сейчас Рафиком мы его дернем назад. Потому что, ну реально, вот там, вот колено, там уже все снег. Надо назад и с разгона пробуй. И тогда пойдет. Давай трос, сейчас я достану трос. У нас все тут заряжено. Рафик сегодня у нас в качестве машины помощи, несмотря на то, что он у нас работает МЧС. Работает МЧС, да. Эмерком. Так, спасательный нас. У нас желтый трос. Держи. Там вот у него. Кидай на этот, на фаркоп. А ты его, Дим, назад сразу же. И посмотрим. Нам надо пробить, вон туда, там уже все нормально, там снег сдувает. И эта трасса, мы хотели на перегонки. Хрен доедешь до этой трассы. Оп, давай, давай. Еще вперед и потом назад. Глубокий снег сегодня, прям глубокий. Потом в баню пойдем греться, мыться. Еще. О, дергает. Еще сильнее разгона берите. Тогда выйдет. Еще, еще, еще. Передний мост не крутится, передний не крутится. Он еще, получается, на заднем приводе ехал. Давай пробуй назад. Во, работает, включился. Еще раз, еще назад. У Рафика получится. В прошлый раз он там не поднялся. Да там никто не поднялся, кроме Нивика. Кроме Шеви Нивика. Давай еще назад. Сейчас, подожди, назад еще раз толкнет. Разгон. Рывок. Трос динамичка. 12-тонный. Хорошо вывозит. Подожди, подожди, подожди. Стой, Давид, погоди. Так, сейчас тросик снимаем. Пока. Назад отъедь пока, немножко назад. Так, давай назад. Еще, 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 еще. Стоп. Ох. Сейчас он будет штурмовать. Что? Ух ты. И... Погнали! Газ палас! Гребет! Так, назад теперь. Назад, попробуй. Так, все понял, толкать. Подожди, подожди. Мы пробьем эту дорогу. Надо трос. Надо трос. Вперед. Сейчас мы Ниву достанем, Нива у нас пробьет, Нива легкая, Ниву легче доставать, чем все остальные машины. Так, сидит на мостах.
Она на этом, на мостах сидит. На мосте. Давай назад. Опа. Еще вперед, еще раз назад. Больше разгона. Еще, еще. Снега реально метр нападало. За две недели. А за сутки сегодня выпало 40 сантиметров. Вот две недели назад я здесь приезжал на эту трассу на испытание. Испытывал. Есть еще короткий ролик у меня. Я здесь проехал вообще без особых проблем, без трудностей. Прямо по этой дороге. Она была не такая засыпанная. Давай, давай, еще раз. Только с разгона брать, он перед собой кучу. Так, подожди, сейчас надо будет у него трос убрать. Ну прям хорошо пробиваешь, нормально так. Садиться надо сейчас тебе прямо сразу же со второй. Давай. И это. Побольше разгонюсь? Да, там прямо отсюда разгоняйся, он там на колесо наехал. Да. Так, Давид, скажи друзьям, Испания он. Испания? Да. Chicos, suscribiros. Мола, мола mucho las experiencias de aquí. Еще раз? Мола могойон las experiencias de aquí. Окей. Ну вы поняли, да? Короче, смотрите, как Давид преодолевает. Подписывайтесь на канал. Фильм назовем «Приключения испанцев в России». Сейчас он с разгона пойдет. О, тут мои следы по глубокому снегу. Осталось-то немножко, там уже все, уже пойдет нормально. Ох, навалило снега. Давай, давай, с разгону, газ, палас. Бах. Все, газ, газ, газ. Идет, идет, левее надо здесь было брать. Немножко забыл сказать. Ха. Ничего страшного, тут потому что слева дорога накатана. Надо было левее, попробуй сейчас назад. И тебе надо как бы было вот сюда налево уходить, потому что там, ну там в принципе тоже можно выехать, но лучше налево. Подожди. Перед включен? Что-то я смотрю, как будто бы он не крутится. Не крутится. Так, чтобы вентилятор не перегрелся, машина не перегрелась, надо открыть. Вот так вот. Да, давай, я толкаю. Давай, 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 давай. Вперед чуть-чуть, вперед. Так, так теперь назад пробуй. Во-во-во-во-во. Еще вперед. Стоп, назад. Вперед. И назад. От радиатора парёшка идет. Вот почему-то передок. А нет, крутится. Не-не, крутится, крутится. Руль прямо поставь. Прямо-прямо руль, у тебя сейчас он, во-во-во, давай, назад, в раскатечку. Так, я предлагаю, здесь надо тяжелую артиллерию вызывать, потому что вперед, ну вперед ты точно не проедешь, здесь надо брать левее. Хорошо, давай подкопаем немного сейчас. Давай. Сейчас я подкопаю, на, поснимай. Наше происходящее торжество. Да, да. О, я уже я сейчас, до земельки добрался. Да, я сейчас подкопаю, нормально все будет. Видишь, ты, тебя стянуло вправо. Да, да. А надо было немножко. Угу. Вот, что там, камера. У этого там все нормально. Да? Музыка играет, пляж, сейчас мы выкупаем. Ну. И потом нам надо вот сюда выехать и немножко левее пройти, она вот так уходит туда. Давай попробуем. Нормально. Ладно, хоть лопату взять. Это да.
Все, мы решили обменяться, не глядя, не знаю. Я... Ключ, ключ. Я на механике не езжу. Плюс лопата в подарок. Не, лопату не. Как опция? Финская лопата не отдам, нет. Патруле лопата нужны? А нету, включи его, да, долбани его, этот передний привод. Так он есть, он то блокируется, то не блокируется. Сейчас пошел. Что-то врубает его. Их. Их. Ты в сугробах или лёг? Я знаю. Мы да, уже понятно. Давай впереди раз. Так, стоять. О, пошло. И все. Ладно. Радости-то сколько? Она-то испанцы не любит. Русские руки любят. Спасательная операция RAV 4 сел. Сейчас будем доставать. Этим тросом будем дергать что ли? Да? У меня шакл есть. Вот это все полная порнография. Вот этот крючок, он отпадет у тебя. Ну как? Все в снегу, RAV сидит. Хотел уехать там по делам ненадолго, потом приедет. Нива у нас, как всегда, всех спасает сегодня. Мы пока от локации уехали, это основной. Да, только смотри, прилететь может, сразу же предупреждаю. Положи, знаешь что, Дим, подожди. Сейчас мы сделаем тросогаситель на всякий случай. Вот так вот. Это у нас импровизированный тросогаситель другим тросом. Не дай бог порвется этот крюк. И все. Здравствуйте, бампер и дырка называется. Так. Сейчас покажу масштаб бедствия. Дороги-то нету. Дальше она просто переметена все. Вот, и Рафик сидит. Давай! Тихонечко, внутяк! Давай! Нет, это вам не динамка. Еще, еще тихонько. Во-во-во, давай, давай. Сейчас достанем. Все, вот, пошел, пошел. Еще немножечко, еще один рывок. Еще, 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 еще. Все, достали, достали. Ну, сел на брюхо, что. Здесь дороги нету, можно так сказать. Но она была, там уже легковые стоят, а тут все переметено. Сейчас Нивы пробьем, выпустим Рафа. Съездит по делам, приедет и вернемся обратно туда на трассу. Хотели чай попить, только сели, разложили. Звоночек, говорит, я, говорит, прилип. Еще назад дерни, у него дверь не открывается. Конечно, не откроется, там вон
Снега-то сколько? Спасательная операция. Снега сегодня прям вообще нормально. Хорошая снежная погода. Немножко ветер, но это здесь, на пустыре мы стоим, ветер. Там-то на трассе, где мы находимся сейчас, там никакого ветра нет. Спасли. Теперь будем пробивать дорогу Нивой. Нива протоптала ему дорогу здесь, он пошел, а так до этого не мог пройти. На брюхо сел. Все, мы его спасли. Ура! Едем обратно пить чай, отдыхать. Продолжаем наши испытания по глубокому снегу. А снег сегодня реально глубокий. Посмотрим. Задача Нивы проехать. И направо надо будет уйти. Дорога немножко даже, мне кажется, здесь почищена. Сейчас посмотрим. Первый круг у нас пойдет пристрелочный. Попробуем просто проехаться. А так трасса, она здесь снежная сегодня, нормальная. Там подъемы есть, спуски есть. Нива пробивает маршрут. Я за Нивой иду. Ох, тут нифига себе. Хера тут, блин, снега оказывается, как много. Так, а тут его будет сложно доставать. Вот это была плохая идея, похоже. Думаешь? Дорога. Ну, да, мне кажется, да, есть дорога. Но ты сейчас пока не застрял, тебе сейчас надо назад ехать тихонечко. Это да, я... Ну, прошел там нормально. Сейчас назад. Натяжечку его, натяжку. Вот, только по своим следам, если пойдет, то нормально будет. Пробуй тихонько вперед. Все? Так, патрульчик сидит. Сидит, крепко сидит. Вот пытаемся достать.